Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, город-курорт Анапа. Есть у нас немножко такая тематика. Вчера многие люди как бы начали возмущаться, почему вдруг анапское дерьмо показывают по гелендикским каналам. Ребят, ну, похоже, как бы тянется к тому, что есть. Как бы, ну, вот я каждый день показываю дюну. Знаете, почему здесь чисто? То есть проблема есть всегда. Когда я еще 2 года назад сказал про бесплатные туалеты, надо мной смеялись. Но вот видите, уходит в массы, это хорошо. Но почему здесь чисто? Потому что здесь я убираю. Все просто. То есть помимо того, что надо языком где-то что-то говорить, надо еще брать руками и убирать. Тогда будет чисто и прекрасно. Это совет. Подражайте дальше. И тогда наш мир будет лучше. И зимой как бы мы продолжим, причем в больших составах, все больше людей вливается в нашу группу, команду, которая готова выходить на уборки наших пляжей. Мы будем этим заниматься. Но сейчас давайте все-таки к морю, потому что обсуждать Авно — это такое красота. Сегодня у нас облачки, немножечко, так сказать, даже не жарко. Температура воздуха 23,7, время 7:34. Ну а дата у нас сегодня 20 августа 2020 год. Да, по-моему, 20:20:20:08. Отлично. Сегодня, кстати, интересная дата, потом ближе к вечеру вам расскажу, какие жесткие события происходят в моей семейной жизни. Пока как бы не будем опережать события. Здесь у нас дюна, продолжает все так же осыпаться. И мы продолжаем все так же врываться. Посмотрим, что там будет интересного и прекрасного. У нас есть мусорка на пляже, оттуда как бы этот мусор, который собирается и выносится. В этом году, честно, вот именно сейчас, в конце августа, прям какая-то жесть пошла с людьми. Прям очень много мусора бросают. Не забывайте, ребят, даже если вы отдыхаете all inclusive, то береговая линия 20 метров там не включена в ваш отдых. К сожалению, я хотел бы, чтобы это было так, чтобы море для вас чистили, водоросли убирали, но почему-то наши власти это начинание не поддерживают. Они против того, чтобы здесь было чисто и хорошо. Здесь, походу, дискотека круглосуточно играет на этом пляже. Ну, бывает, собственно. Тут есть, кстати, у них VIP-зона, я как понял, как отличить VIP-зону от обычной. То есть возле нее стоит такой там столик. Где-то возле изголовья, вот она. Вот это типа VIP-зона называется. То есть подальше, видите, VIP здесь сидят. Я просто слышал, когда привозили эти столики, говорят, это для VIP-зоны, чтобы возле изголовья стояло, люди могли за что-то наложить. Сегодня мне сказали уже, что море здесь у нас зелененькое. Сейчас мы проверим. Песель кайфует на морюшке. И возле берега, да, водоросли есть, потому что есть волна и появилось боковое течение, сейчас прокачивают. Вчера здесь водичка была как слеза, если помните, ну, вот так вот все меняется. Сейчас подойдет мой подписчик, он расскажет, где у нас чистая водичка. Но сначала давайте узнаем температуру, то есть 23,7 над морем. Проходим буквально метр, получаем чистую воду. Потом опять полосочка водорослей. И дальше опять, смотрите, чисто, опять полосато зеленое море. Зеленые водоросли, повторяюсь, для Анапы, особенно в теплую погоду, когда вода, вот как сейчас, даже теплее воздуха, это нормальное явление, поэтому удивляться этому не стоит. И просто принимайте как данность, хотите чистое море. В Анапе оно также есть, и когда сравнивать любой другой курорт с Анапой, тот же самый Геленджик за углом, ребят, оттуда начинаются каменистые пляжи, которые фору дадут любым пляжам в других городах, курортах. Вот вчера вышел у нас пронудистский большой триж, посмотрите, что там происходит. Ну просто многие, кто приезжает, хотят как бы засадить, засрать Анапу, да, там снимают говно, выкладывают, показывают своим зрителям, смотрите, это говно, то, дорогие друзья, они знают, они были на этих пляжах, просто ну, им это невыгодно показать, не знаю, в какой мере, то есть как может вообще блогер как-то показывать только плохое, не при этом не показав ничего хорошего. Это, конечно, очень грустно. Однобокое явление. Даже вот в том же самом Геленджике я был тоже в восхитительном месте, которое называется Сосновка, единственное, там платно, конечно, подход к морю, но все равно они есть, красиво
и хорошо. Есть за то, что вспомнить и о чем рассказать. Здесь у нас каменный пляж. Первый стартует высокий берег. Один там есть платный Золотая бухта, который, надеюсь, что администрация когда-нибудь сделает бесплатным. Пошел Тургеневский, потом Трудящихся, 40 лет Победы. Это все спуски. И там огромное расстояние, которое мы также своими руками убирали, делали чище. То есть не только языком болтали. Когда поняли, что у нас администрация не будет реагировать, мы пошли, взяли в руки мешки. Зрители нам и некоторые предприниматели помогли финансово и убирали пляжи, делали их чище. То есть было все великолепно и прекрасно. У меня есть пару поздравлений. Кстати, начали оправдываться о том, что в Геленджике не была вспышка, там роддом закрыли просто так, потому что там у трех врачей выявился ковид, которые между собой не контактировали, и ничего страшного там не происходит. Ну, раз нормально, 18 человек за день, значит, это отлично, это наша реалия, так что не переживайте. Здравствуйте, Юрий, просим вас поздравить с днем рождения в утреннем эфире нашу Людмилу, пожелать крепкого здоровья, женского счастья, удачи всегда и во всем, с любовью, семья. Людмила, с днем рождения, здоровья, счастья, долгих лет жизни, приездов чаще на море, чтобы у вас всегда все случалось и получалось. Юрий, доброго времени суток. Вам благодаря вашему каналу знали о красивых песчаных пляжах в Анапе, красивые вещи, закатах и прекрасных дюнах. Поэтому решили провести свой отпуск у вас. Мы из Томска были в Анапе с 21.07 по 29.07. Вам и вашей семье всех благ и всего хорошего. Добрым делом вы занимаетесь, процветание вам. Прошу поздравить меня с днем рождения 20.08.2020 года. Мне будет очень-очень приятно. Вернемся к вам еще не раз. Заранее огромнейшее спасибо от души вас с днем рождения. Желаем вам всего самого лучшего и прекрасного. Всему Томску привет. Здравствуйте, Юрий. Прошу вас поздравить 20 числа мою маму Мироненко Валентину с днем рождения, с 67-летием. Она просто обалдеет. Здоровья ей. Пусть у нас отдых в Анапе в сентябре пройдет новый раз. Спасибо вам огромное. Валентина точно обалдеет от того, как Юра читал ее фамилию. Вам желаю здоровья, долгих-долгих лет жизни. Умножайте на 2, как минимум, свой возраст. И приезжайте к нам. Будем вам очень рады. Поздравления. Добрый день, Юра. Меня зовут Ангелина. Мы попали... О, смотрите, солнышко вышло. И как море заиграло, да, то есть красивыми красками. Мы с детьми, так, меня зовут Ангелина, мы попали в июле к вам на эфир в Анапе. Мы с детьми хотели бы вас поздравить, через вас поздравить 20 августа нашего любимого мужчину и папу Наримана с его днем рождения. Нариман, с днем рождения. Я тебе желаю счастья, желаю здоровья, любимая и любящая семья вот у тебя уже есть. Дай Бог тебе, чтобы ваши отношения только крепли, и все было хорошо и прекрасно. И такие вот стихи. Пусть улыбкой, радостью, любовью сердце полнится всегда. Желаем сил, энергии, здоровья, счастья на долгие года. Нужным пусть будет твой труд, в реальность мечты превратятся. Невзгоды пусть мимо пройдут, а все начинания свершатся. С днем рождения, дорогой, мы тебя очень любим. Ну, я тоже уже свои слова сказал. Тут у нас красотки проплывают с утра, дельфинчиков пока мы не видим. Там чистейшее вообще море, то есть тут за буёчками до туда дойти не могу. То есть возле берега зеленка присутствует. Дальше сегодня вот на моем любимом пляже. Ну, сейчас узнаем, где чистое морешко. Пойдемте, сходим. Это самое интересное будет, потому что вот подписчик прогуливался и может рассказать некоторые моменты. Также там у меня ребята на фотосессии хотят передать некоторые слова радости и счастья, так сказать, своим родным и близким в другие города. Так, выходим. Здравствуйте. Так, представьтесь, как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Вы у нас откуда? Омск. Пойдем, чуть пройдемся. Омск к нам. Куда приехали, где отдыхаете? Весна. Как? Весна, база отдыха. База отдыха Весна. Это Пионерский проспект, район ЖМТ. Первый проезд. Ага. И тупик юбилейный. Понял. Так, во-первых, почем вы там отдыхаете? 2800 на двоих. Ну, в принципе, недорого. Там какое-то питание включено или только... Нет. Только проживание, но номер хороший. То есть вам нравится? Ага. Большой санузел, там все расположено. Все отлично. Столовая присутствует. Так, рассказывайте, где там чистое море хотели вы? Чистое море, вот буквально в сторону Анапы, если отсюда идти. Угу. После Феи 3, ага. Как раз где не занято никем, ни лизаками, буквально чистейшее море.
Не увидим, мы видео то есть конкурс. Понял. То есть после Феи 3 отсюда это у нас получается, где Сибурюк находится. Да. Да, да, да. То есть вот за Можипсином. Ребят, на Можипсин проезжайте, влево отходите, там будет кристальная вода сегодня. Да. Все, кому-нибудь привет. Омску, всем знакомым. От души, спасибо за информацию, вам всего хорошего. Так, сейчас мы еще возьмем интервьюшечку у наших, так сказать, фотографируем их. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Елена. Дмитрий. Илья. Илья. Дмитрий. Ага, поближе становитесь. Так, рассказывайте, откуда вы у нас приехали? Рязанского района. Город Рязань, Рязанская область. Ага. Подойди поближе к папе. Вот так, вот. Так, где у нас остановились? Улица Березовая, 4. Березовая, 4. И как он там? Замечательно. Я только не могу знать, где это Березовая? Где это Березовая? Амелия. А, все, понял. Березовая, 4, свой дом Амелия. Да, а почем там отдыхаете? 3000. За 4? Да. Что туда включено в эти денежки? Ну, бассейн, такой комфортабельный номер, кухня рядом, то есть, если желание есть, можно приготовить что-то покушать, то есть, ну, хорошо так, чистенько. Завтракаем, споним, когда здесь, когда сухо. Приготовим что-то там на кухне, да. То есть, все есть, все условия все есть? Все есть, да, условия отличные вообще. В номере все чисто, хорошо. Кому-нибудь привет, а? Привет передаем своим родителям, родственникам, друзьям, коллегам по работе. Угу. Кто нас знает. Всем коллегам по работе привет большой. Да, ну, всем. Все, вам всего хорошего, я к вам сейчас вернусь. Ну и так, и вам, дорогие друзья, прекрасного дня, шикарного настроения, чтобы у вас все получалось, случалось. И говна поменьше в вашей жизни случалось и находилось. Пока.